Наверное, игра в кости появилась вместе с человеком. Самая простая игра, самая азартная на всех континентах, во все времена в нее играли с различными правилами, играют до сих пор. Вот, хочу вам показать вот такой вот набор, такая вот шкатулка из красивого дерева, под вид красного дерева, розового дерева, с таким вот декором латунным. Ну и внутри, вот они, собственно, камни. Или кубики, как называют их. Вот 5 штук здесь для различных игр подойдет. Очень удобные, деревянные, тоже с латунными такими точечками. Вот, я думаю, что люди, которые в каких-либо играх используют вот такое вот приспособление игральное, скажем так, вот эти вот камни, игральные камни, в общем-то, должны оценить вот эту вот вещь, ну или подарить можно человеку, который увлекается подобными играми. Спасибо.